самый добрый день. У нас сегодня 17 апреля 2014 год. Вот мы сейчас с Маргариткой облазили все магазины, выбираем подарки для родственников и для знакомых. И вот сейчас пойдем все сипиться. Маргаритка, скажи привет. Скоро летит Симферополь к Доте. Привет Крыму, привет Симферополю. Ждите мамку с подарками. Пошли кушать, сиси пицца. Ну, как всегда, да. Мне вчера сказали, надо срочно худеть, а я вот пошла худеть в сиси пиццу. Как всегда. Ну, как вот, как тут... Как? Точно. Ну, как можно отказаться от еды? Exit only, ага. Как можно отказаться от... Господи, ты мне сегодня целый день двери открываешь? Я тебе буду должна. Не поняла. Видишь, опять же магазин, и опять же тебе, вот тебе и сиси пицца. Итак, мы пойдем сейчас покушаем. У нас сегодня... Ого, тут на доллар дороже. Но ничего, 6,99. Вот 6,99 со взрослого, и на детей 3,99. И до 3 лет дети $1.99. Ну тут просто место такое туристическое, поэтому здесь дороже. Hi, how are you? Так, идем кушать. Так удивительно, американцы едят... Из макаронной как бы салат. Вот это в салат складывается. Вот это мы сами себе формируем салат. Включено? Да, включено. Ага. Ешь все, что хочешь. Я это сниму. Сейчас я иду. Я сейчас быстро. Так, пошли супы. Вот один супчик, там должен быть еще один супчик. Вот это все надо открывать и смотреть. Макароны, тут соус. Тут тоже соус для макарон. Это чисто для макарон. И пошли пиццы. Все это подносится, постоянно подносится свежее. Все горячее, потому что, ну, людей, хотел сказать, много, людей на самом деле немного. Несмотря на то, что это туристическая зона, и все равно людей немного. Короче, супы и салаты, и всем этим можно... А вот это уже пошел десерт. И вот это сладкий десерт, и вот это сладкий десерт. И все. Окей. Okay. Я взяла себе для начала, только для начала, салатик. Накидала сюда всего. Два кусочка пиццы разных. Вот это два соуса разных. И немножко супа. Ну, естественно, мы взяли по бутылочке пива. И вот Маргарита взяла себе тоже супчик. Тут есть отдельно вот этот сыр можно посыпать. Просто берем и посыпаем сыром сверху. Вот таким пармезаном. И острый перец. Все, приятного аппетита. Поехали. Парфюмерия, очки для солнца нам не нужны. Outlet. Это что у нас такое красивое? Баргейн. Обмен какой-то планет. Нам тоже туда не надо, на эту планету нам пока не надо, нам и на этой хорошо. Баскетболист вот устал, присел немножечко, устал мальчик мой золотой, белюсенький такой, аж побледнел. Чё, говорит, ты такая бледная. Гостиница «Аромата» вдалеке. И мы идем опять по магазинам, которые называются «Тысячи гифтов». Идем. «Тысячи подарков» магазин называется. Это International Drive, «Аромата», «Плаза». И вот они, кстати, тоже 1000 гифтс. Боже мой, как-то сюда можно войти с этой стороны. Тату, парфюм нам не надо. Тату нам надо. По-моему, это ж магазин и есть, Лагич. Да, вот, наверное, он и есть, вот 1000 гифтс. С двух сторон можно войти, да. Идем смотреть подарки. Уже накупили кучу подарков. И вот for free, вот они бесплатные газеты, бесплатные журналы. Куда поехать, что пойти, что здесь посмотреть, все абсолютно. Вот если написано free, берете все это бесплатно совершенно. Вот тут билеты дискаунт на SeaWorld, на акватику, на Busch Garden, на везде. Сейчас идите. Везде. Сейчас пойду. Вот. Ask about up to cash. Не надо нам каши. Итак, один день в Disney 49,95, два дня в Disney 149, Legoland. Это открыли громадный Legoland для деток. Но я там не была, потому что достаточно дорого. Всего лишь $19. Фанспат, это не интересно. Universal. Самое класснёвое, это Universal. SeaWorld, отлично. Так, tickets. Hi. Hello. Так, вот он, Universal, вот он. This is 2 days in Universal? Or what? Two days? How many people? What does it mean to? Forget the sign, you got a price sheet. I use my price sheet now. SeaWorld. 55.99, free parking. Это очень много значит free parking, потому что в Universal там паркинг отдельный $20 стоит.
Вот Universal один день. Вот один день Universal 49.99. Это копейки. This is two parks for. I use this, my price sheet. Forget about the sand. Okay, I'm living here in Orlando. I'm just making video for my friends who is going to Orlando. So. Where are you from? From Russia. From Russia? Yeah. Okay. I don't go by the signs, I go by this. But you have better price. Sometimes it comes out better. Иногда даже у него лучший прайс. Короче говоря, я рекомендую покупать здесь билеты, потому что тут действительно дешевле. Okay, thank you. Okay. Thank you very much. Пока. Пока. Знает, что пока. Потому что очень много русских здесь, и он знает, что пока. Пошли. Чего тут только нет. Глаза просто разбегаются. Хочется купить все. Вот такие унитазики, это пепельницы. Так, ладно, пошли. Пошли смотреть сувениры. Полотенца красивущие. Чего только. Джастин Бибер. Всего лишь $20 за Джастина Бибера. Даром. Просто даром. Ну да, это тот же магазин есть. С той стороны есть этот вход. Тут сувениров, мы сейчас с Маргаритой разговаривали, боже мой, это все надо придумать, это все надо произвести, это все надо еще и продать, это же вообще чего только тут нет. Вот $1.99 маечки. Ой, король, бери не хочу называется. Тут даже продукты немножко есть для туристов, для голодных. Я уже раковин накупила, хочу еще, и еще хочу раковин, такие красивые, такие же красивущие. Вон они какие. Ой, какие красивые. Такую тоже одну купила. И вот такую купила одну. Опять уже набралась вот этих магнитов и остановиться не могу. И такие все магниты, один красивее другого. На холодильник. Но тут совсем другие магниты. Я таких не видела. Ну, такие я уже купила. Есть магниты, как открывалки. Ладно, пошли дальше. Продукты нам не надо. Это нам не надо. Купальники нам не надо. Это нам не надо. Это нам не надо. И это нам не надо. И это нам не надо. И что нам надо? Прикольные открытки. Ну это гей, однозначно. Вот она, карта Флориды. Вот она, озеро. Ой, как же она называется, господи. Кахача, какой-то Кахача. Флорида, Орландо, Флорида. И вот наши крокодильчики, которые здесь живут и проживают. Пошли дальше. Вон Маргарита себе что-то уже выбирает. А полотенец? Вот такое полотенечко подобное купила, вот карта Флориды. Итак, пошли дальше, пойдем.